Платформа Волонтим – это платформа поддержки социальных проектов, любых, маленьких, больших, знаниями, экспертными знаниями. То есть любой проект может обратиться за помощью эксперта, который уже успешно решал проблему или отвечал на этот вопрос в своей практике, и в мессенджере задать вопрос, получить ответ. Ну, вроде все просто. А что тогда было самым сложным при создании проекта? Самым сложным, вот сейчас я думала об этом несколько минут, и самым сложным было договориться, найти общий язык между представителями социальных проектов третьего сектора и, собственно, экспертами. Потому что оказывается, что мы часто говорим на разных языках. То есть эксперты, которые приходят из бизнеса, они привыкли к определенному стилю коммуникации, они быстро принимают решения. И при этом представитель социального проекта может жить немножко в другом темпе и может быть, использует другую коммуникацию для общения, для делового общения. Потому что, в принципе, для социального проекта они же тоже, мы же тоже делаем, используем свои методы коммуникации. Вот. И они немножко разные, разные темпы. Ну и как вы решили эту проблему? Решили вы ее? Так же, как коллеги, брифами. То есть для того, чтобы получить ответ на вопрос точный, нужно сформулировать вопрос тоже точно. И для этого социальный проект заполняет бриф. То есть ничего нового, просто бриф. Да, ну просто само слово бриф, оно, например, не очень знакомо людям, которые всю жизнь, например, там всю свою карьеру работали в третьем секторе. И поэтому приходится объяснять. Вот коллеги проводят вебинары, мы тоже берем примеры, тоже будем, видимо, какое-то видео запускать, объяснять, для чего и как, потому что иногда непонятно. То есть сложность главная в том, как поставить задачу, и получается, что обучить ставить задачу пользователю платформы. Вот это было самое сложное.